здравствуйте. Очень рада вас видеть в пятницу вечером. Это неимоверный подвиг. Мы все, я думаю, что я и мои коллеги будем делать проект архитектурной лектории в рамках большого проекта Гутенберга. И главная идея этого лектория — показать, что на самом деле все виды искусств между собой взаимосвязаны: архитектура, скульптура, живопись, театр, кино. И именно этому и будут посвящены наши лекции. Они будут объединять три коротких рассказа о каком-нибудь архитектурном памятнике и показывать его в каком-нибудь необычном контексте. А сегодняшняя наша встреча, хоть с небольшим запозданием, но приурочена к столетнему юбилею революции. Называется она «Архитектура и революция», и она будет посвящена трем зданиям, сама типология которых с революцией очень-очень тесно связана. А мы сегодня втроем, я, Юлия Рюшенова и Женя Жукова, расскажем вам о трех рабочих клубах Москвы, посмотрим, как эта типология вообще в советской архитектуре появляется, как она развивается и к чему же она приходит в конце своей эволюции. Я расскажу про Дом культуры ЗИЛ, это будет в самом конце. Начнет рассказ Жени Жукова повествованием о Доме культуры Русакова, а продолжит Юлия Рюшенова и расскажет нам о ДК Зуева. Но прежде чем мы поговорим об этих трех зданиях, нужно сказать пару слов о том, что же такое за типология рабочих клубов и откуда она берется. Надо сказать, что идея рабочего клуба, то есть пространство, в котором... Так, а там есть презентация или там только первый слайд? Ну, я включила. Он. Ага. Идея рабочего клуба как пространства, в котором бы рабочие заводов проводили свободное время, возникает еще до революции. Еще до революции, еще в 80-е годы 19 века возникает идея создания народных домов. Таких домов по всей России возникают десятки, в Москве их было 12. И один из них находился совсем неподалеку от того места, где мы с вами собрались. Это так называемый Введенский народный дом. Если вы выйдете из станции метро Электрозаводская, перейдете через Большую Семеновскую улицу, вы как раз увидите это здание несколько перестроенным. Это здание Введенского народного дома. Он был построен в 1903 году по проекту знаменитого архитектора Илариона Иванова-Шица, который славился своими проектами в области образовательных учреждений и в области произведений промышленных. Что же происходило внутри этого Введенского народного дома? Надо сказать, что когда было решено этот дом построить, настоятель Введенской церкви даже написал кляузу, что рядом собирается разместить питейное заведение. Но ему ответили, что клуб вовсе не будет питейным заведением, клуб будет театром, а театр — это заведение образовательное, поэтому он вполне может находиться неподалеку от церкви. Что вы, собственно, и видите на фотографии. В Введенском народном клубе было несколько кружков, в том числе театральный кружок, которым руководил Алексей Бахрушин, знаменитый промышленник и меценат, который впоследствии основает знаменитый театральный музей неподалеку от станции метро Павелецкая. Введенский народный дом исполнял свою функцию вплоть до революции, и вот эта идея пространства, в котором рабочие проводили бы свободное от работы время, она будет очень актуальна и в первые послереволюционные годы. Естественно, в первые годы революции, в 17-м, 18-м, 19-м годах, подобные пространства организовывались где попало. В первых этажах домов, в каких-то отдельных красных уголках на производстве. Здания как такового у рабочего клуба не было. И в середине 20-х годов стоит вопрос о том, какой же должна быть архитектура рабочего клуба, какой же должна быть настоящая пролетарская архитектура. Важную роль в этом процессе формирования архитектуры рабочего клуба сыграл очень масштабный архитектурный конкурс. Он состоялся в 1923 году. Это конкурс на здание Дворца труда в Охотном ряду. Построить это здание должны были между центральными площадями, между Красной площадью, Манежной и Театральной, там, где сейчас стоит гостиница «Москва». Важно, что Дворец труда должен был совмещать в себе самые разные функции. Предполагалось, что в центре будет гигантский зрительный зал на 8 тысяч зрителей. Кроме того, Дворец труда должен был иметь обсерваторию, радиомачту и площадку для вертолетов. Предполагалось, что стены дворца смогут разъезжаться, и в зрительный зал смогут въезжать танки. Внутри можно было бы устраивать парады военной техники. Все это было изложено в конкурсной записке, в записке к проекту. И именно всем этим требованиям должны были соответствовать проекты архитекторов. Что же они предложили? Архитектор Ной Троцкий, выходец из Петербурга, предложил довольно забавное решение.
понимая, что дворец труда станет некоторым вроде храмом для рабочих, он предложил выполнить его в формах Святой Софии Константинопольской, самого главного христианского храма. Действительно, он заимствовал не только форму, но и конструкцию. Гигантский купол Дворца труда держится за счет того, что его распор приходится на боковые полукупола. Это один из проектов. Другой проект был разработан архитектором Константином Мельниковым. Он предложил такую сложную конфигурацию из геометрических объемов, и особенно если вы на план посмотрите, вы увидите, что устройство этого комплекса было весьма-весьма необычным. Архитектор Илья Голосов по-своему подошел к необычной форме участка. Представьте себе, длинный вытянутый участок. Очень сложно спроектировать здание, которое бы не воспринималось как что-то монотонное, как что-то скучное. Что предлагает Голосов? Во-первых, он располагает по диагонали все здания. Во-вторых, он их группирует так, что они воспринимаются как целый город, а не как одно сооружение. Третий проект, который будет для нас важен, это проект архитекторов Весниных. Этот проект развивался не по горизонтали, как проект Голосова, а по вертикали, и представлял собой 22-этажный небоскреб, который должны были построить из железобетона. Вот эти три проекта, которые я вам показывала, проект архитектора Мельникова, проект архитектора Голосова и проект Весниных, были самыми новаторскими на этом конкурсе. Они, в отличие от Ноя Троцкого, не отсылали каким-то историческим прототипам. И все эти три архитектора, Мельников, Голосов и Весняны, они станут авторами тех трех рабочих клубов, про которые мы с вами сегодня поговорим. Важную роль в формировании пространства рабочего клуба сыграла Парижская выставка, Всемирная выставка в Париже, которая произошла в 1925 году. Там был построен павильон, спроектированный Константином Мельниковым, а внутри этого павильона демонстрировался интерьер рабочего клуба, выполненный знаменитым дизайнером и архитектором Александром Родченко. Что же в этом клубе можно было увидеть? Можно было увидеть библиотеку, стульчики, специальные пюпитры для чтения, также выезжающую консоль для стен газеты. Вот эта вот решетчатая штука могла выдвигаться из стены и могла становиться основой для плакатов. Вот там вот справа такая вот ширмочка. Это не просто ширмочка, это лесенка, это трибуна для оратора, который должен был вести идеологическую пропаганду внутри клуба. Но это все был лишь проект, который выставлялся на Всемирной выставке, а вот об архитектуре рабочих клубов начали говорить всерьез уже только к концу 20-х годов. Ключевым таким фактором для начала строительства клубов стала 10-летняя годовщина революции. В 1927 году праздновалось 10 лет с момента Октябрьской революции, и именно к 10-летнему юбилею было приурочено масштабное клубное строительство. И, собственно, первый клуб, который мы с вами обсудим, о котором вам расскажет Женя Жукова, был построен в 1927 году. Это клуб Русакова, клуб Союза коммунальников, построенный по проекту архитектора Константина Степановича Мельникова. Итак, я передаю слово Жене Жуковой. Спасибо. Как он работает? Я на что-нибудь нажимаю здесь? Нет. Или просто говорю? Раз. Да, добрый вечер еще раз. Клуб Русакова Союза коммунальников. Наверное, в первую очередь стоит сказать о том, кто такие коммунальники. Коммунальный профсоюз – это профсоюз рабочих, соответственно, московских коммунальных служб. В частности, этот клуб строится для работников Сокольнического трамвайного депо имени Ивана Русакова и вагоноремонтных мастерских. Соответственно, при этом клуб профсоюзного уровня. Да. Сокольническое трамвайное депо и вагоноремонтные мастерские. Как вы видите, мимо клуба проходят трамвайные рельсы. На момент закладки клуба, это 1927 год, трамвай является самым популярным ведущим общественным городским транспортом в Москве. Как вы знаете, первая ветка метро у нас откроется только в середине 30-х годов. Сейчас в Сокольники можно приехать самым быстрым и комфортным образом именно на трамвае. Соответственно, профсоюз коммунальников, обладающий такой махиной, как трамваи Москвы, обладает безумным количеством средств. Ну, точнее, достаточным количеством средств для того, чтобы возвести себе пару клубов. Что они делают в 27-м году? Они заказывают одновременно два клуба. Это клуб Русакова в Сокольниках и клуб Зуева на Лесной улице, про который вы сегодня тоже услышите. На клубное строительство выделялась 10-я часть
финансирование клуба, финансирование профсоюза, что большие деньги, но все равно строительство должно было быть максимально экономичным и максимально быстрым. Поэтому клуб вручается архитектору Константину Мельникову лично в руки. Это был не конкурсный проект, а непосредственный заказ, который профсоюз вручил архитектору. Почему выбран Константин Мельников? Важный вопрос в этом деле, потому что он уже, во-первых, известный, всемирно известный архитектор. На первом снимке вы видите его павильон 1923 года на Всесоюзной сельскохозяйственной, простите, и кустарно-промышленной выставке в Москве, которая проходила в парке Горького. Это павильон махорочного синдиката, табачная промышленность. А в 1925 году на Парижской выставке, на Парижской всемирной выставке он представляет уже павильон, как сказать, масштабы уже страны, павильон СССР в Париже. Он выиграл закрытый конкурс, и как раз в этом здании демонстрировалась та мебель, которую вы видели на предыдущих слайдах. Соответственно, по этим двум вещам мы можем выделить характерные приемы для Константина Мельникова. Во-первых, стоит сразу отметить, что ему всегда не везло с участками. Что на выставке 23-го года, когда махорочный синдикат получил участок в самом удаленном конце парка Горького, более того, неудобной маленькой формы, поэтому Мельникову пришлось ориентировать все формы вертикально, а также переобустроить за счет этого все производство махорки из горизонтальных самотасок в вертикальный самотек, то есть он своей архитектурой влияет на производство. Также в 1925 году до последнего момента не было точно известно, что СССР будет принимать участие в этой выставке. Соответственно, заявку наше государство подавало последним, и Мельникову достался самый неудачный участок, через который проходили трамвайные рельсы. Соответственно, он тоже был ограничен, он не мог банально сделать фундамент своего павильона. Итак, характерные особенности архитектуры Константина Мельникова. Как мы уже заметили, это вертикальная ориентация зданий, вызванная тем, что ему предоставляются небольшой площади участки. Дальше он очень рационально использует это пространство, и в частности пространство фасада, оставляя большие плоскости стены без декора, естественно, для всевозможных нужных нам надписей, как, например, реклама павильона махорки. Также он любит диагональ. Как вы видите, все павильоны перекрыты односкатными кровлями. Заметьте, что на павильоне 25 года, в плане это был прямоугольник, по диагонали павильон был прорезан лестницей, которая выходила с обоих сторон, с обоих углов здания, таким образом приглашая зайти в павильон с любого ракурса. Итак, да, также посмотрите на павильон «Махорка», мы видим винтовую лестницу. Мельников очень любил винтовые лестницы, поскольку они также экономят пространство. Его винтовые лестницы отличаются тем, что опора каждой ступени идет только на стержень. Это такие ступени-консоли. Давайте теперь посмотрим на клуб, с которым мы имеем дело, клуб Русакова «Союза коммунальников». В первую очередь нам, конечно, в лицо бросаются три большие выступающие консоли, на которых также мы видим уже знакомый нам прием Мельникова, чистые плоскости стен, на которых он размещает лозунги, подпись, что это клуб Русакова «Союза коммунальников», а также надпись «Профсоюза школы коммунизма». Также, как видно на павильонах, Мельников очень часто использует большие плоскости остекления. Он любит работать с естественным освещением, и также много света он пускает в здание клуба Русакова. Экономия места. Экономия места внутри здания. Как мы понимаем, здесь Мельников не приобрел больше удачи, чем обычно. Тут также был очень неудобный участок земли, поэтому Мельникову пришлось оптимизировать использование пространства. Он сделал здание треугольником в плане и вынес необходимые большие по пожарным нормам для общественного здания лестницы за пределы здания. Так, пойдемте дальше. Мы видим снова любимую диагональ Мельникова. Снова у нас односкатная кровля и большие плоскости остекления фасада.
Также, поскольку предыдущие постройки, о которых я упомянула, были временными, Мельников использовал простые материалы, такие как дерево и кирпич. Здесь из-за того, что он применяет сложную с инженерной точки зрения структуру с выносом больших объемов главного фасада вперед, эти три большие консоли, ему приходится частично использовать железобетонные конструкции, которые для него разработал архитектор Розанов, инженер Розанов, прошу прощения. Но заднюю часть здания, задний фасад, он все равно выполняет в любимом кирпиче и отражает использование разных материалов также на фасаде. Часть, построенную из железобетона, он покрывает штукатуркой и красит в серо-бежевый цвет, кирпичные части оставляет открытыми. Снова обратите внимание на эти лестницы, которые также диагонали вылезают в пространство тротуара за пределы ограниченного участка. И обратите внимание на перила. Для сооружения их Мельников использует водопроводные трубы. Рабочий, конечно, не оставался в стороне. Он знал, что происходит с его клубом, как он строится. Это издание журнала «Строительство Москвы» за ноябрь 27 года, когда проект только утвержден. Рабочие уже знают, что он получит в результате, ему публикуют все планы, а также подробно описывают, какие именно помещения, какие клубные залы будут располагаться в клубе, а главное, где. В 29 году также выйдет выпуск «Строительство в Москве», подробно освещающий итоги строительства, в котором, правда, будет написано, что интерьеры уже не готовы, зато подробно описано, как это здорово выглядит снаружи. Давайте ближе взглянем на планы. И ближе посмотрим на конструкцию. Взгляните на план первого этажа. Ровно посередине, где у нас образуется более-менее просторная пространство, Мельников спланировал спортзал. Дальше, как вы видите, у нас идет по планам деление на первый этаж, второй этаж, третий этаж и четвертый этаж. Вживую это выглядит вот так. То есть сетка этажности у нас сбитая у здания, и сразу понять, где именно что находится, довольно трудно. Синей линией я обозначила линию земли, то есть здание немножечко утоплено, и спортзал, про который я говорила, должен был располагаться здесь. Он здесь располагался первые пару лет и вызывал очень большое недовольство рабочих, поскольку часть клубных помещений Мельников расположил ближе к главному входу здания. Клубные помещения нам, конечно, нужны для клубной деятельности рабочих, игр в шахматы, например. Значит, а другая часть клубных помещений размещалась в хвосте здания. И рабочим, чтобы перейти из одних клубных помещений в другие, приходилось все время ходить через спортзал. Согласитесь, это не очень удобно. В результате уже к 1932 году спортзал из клуба исчез, а это пространство превратилось в фойе. Теперь давайте, в принципе, обсудим то, какие помещения должны находиться в клубе. В рабочем клубе, во-первых, должен находиться большой зал для агитационных выступлений, чтобы рабочий был в курсе политической ситуации и, в общем, чтобы он был политически осведомлен. Во-первых. Во-вторых, там должны быть клубные помещения, в которых рабочий будет заниматься полезным досугом. И, в-третьих, в клубе должен быть спортзал. Как вы только что увидели, мы потеряли одну из трех главных составляющих клуба уже к 1932 году. Теперь давайте взглянем на то, как этот спортзал выглядит сейчас. Он продолжает свою функцию как фойе театра Романа Виктюка. В принципе, историческая обстановка после последней реставрации максимально сохранена. У нас открытые окна, и мы можем более-менее представить, как именно рабочий мог прийти в это освещенное пространство после работы. Теперь насчет зала. Зал в данном случае, в данном клубе, занимает 70% всего объема. Как я говорила в начале, в принципе, участок не очень большого размера. У нас площадь этажа здания всего 900 квадратов. При этом общая кубатура здания 17 тысяч кубов. Соответственно, 70% этого пространства занимает зал. Зал очень большого размера. В 1932 году уже критики напишут, что этот клуб не будет соответствовать общей идеи клубного строительства нашего Отечества и в будущем может быть использован только как театр или кинозал. Клуб за свою историю успел побывать и тем, и другим. Итак, структура зала по Мельникову. Он утверждал, что не может быть отдельно помещение
предназначена только для зала или отдельно для клуба. В своем здании он совместил клубные помещения с залом, сделав так называемую систему зал. Таким образом, что если мероприятие должно было быть массовым, занимать, и зрители должны были занимать все 1400 мест, то единое пространство объединялось. Если же помещение было меньшего размера, при этом параллельно должны были проходить кружковые занятия, часть секций можно было закрыть так называемыми живыми стенами. Согласитесь, сегодня это было бы очень актуально с учетом нашей малочисленности. Итак, на втором этаже у нас располагается партер. В самом остром углу треугольника у нас, естественно, сцена. Зона партера. И партер продолжается в двух боковых секциях, которые можно было отделить при помощи опускающейся железной двери. Третий этаж у нас представляет балкон с местами также секции, которые можно отделить при помощи опускающихся стен. И как раз части балконов, вынесенные в воздух, мы видим на главном фасаде. Как именно должны были работать живые стены? Когда Мельников принес проект, его сначала не хотели утверждать и говорили, что это с инженерной точки сделать совершенно невозможно. Но архитектура в данном случае двигает инженерную мысль, и молодой инженер Губин к осени, по-моему, к осени 29 года все-таки придумал механизм, по которому эти живые стены должны были работать. Что он придумал? По направляющим, которые вы видите сбоку каждой ячейки, должны были двигаться на подъем части стен, соответственно, верхнюю ячейку, то есть балкон, перекрывала живая стена, состоящая из двух деталей, делящихся по горизонтали. Верхняя деталь уезжала наверх, а нижняя, соединенная с нею тросами, опускалась вниз и занимала площадь первых трех рядов балкона. Соответственно, на эти места стулья просто не ставились. Эти живые стены состояли из листов, чередующихся листов металла и войлока, и на стыке были проложены деревом. Таким образом, Мельников обеспечивал некое звукопоглощение. Нижние ячейки, боковые, продолжающие ряды партера, закрывались просто одной шторой, которая опускалась сверху. Рабочие ее сравнивали с гильотиной, и она им не очень нравилась. Вот на этом слайде времен реставрации здания, последней реставрации, можно увидеть, как именно партер продолжается в ячейке и как выглядят все три балкона сбоку. Вы видите, что реставрация сохранила направляющие, по которым должны были двигаться живые стены, но сами живые стены реконструированы, естественно, не были. А так выглядит сцена с самого верхнего ряда, то есть фотограф стоял прямо над пропастью. Как вы видите, он не упал и стоит сегодня перед вами, а с самых верхних рядов обзор сцены все равно прекрасен. С точки зрения звука Мельников использовал здесь систему рупора, то есть докладчика даже без микрофона на сцене очень хорошо слышно на этой точке. При этом звук возвращается обратно, то есть говорящего с места также может услышать докладчик, при этом при очень сильных аплодисментах докладчик оглохнет. Итак, теперь пространство сцены. В нем мы видим еще один традиционный прием Мельникова, нашу винтовую лестницу, которая ведет на колосники. Мы сейчас видим западный фасад, западный задний фасад, и возвышающийся кирпичный небольшой объем – это и есть наша лестница. Ведет она на пространство, которое также обозначено кирпичом сверху. Там находились рабочие, поддерживающие сцену. Очень скоро это здание перестало работать как рабочий клуб, выполнять функцию рабочего клуба, и превратилось в кинозал, поскольку агитационные выступления со сцены заменились показом агитационных фильмов. Окна были заложены, из-за чего очень сильно переживал Константин Мельников, а также в 90-е годы сюда заселился небольшой армянский ресторанчик. Также в 96-м году это здание было передано театру Романа Виктюка, а в 16-м тут завершилась реставрация. И сейчас можно попасть в интерьеры. Взгляните, что у нас есть. Это записка, опубликованная в книге Павла Кузнецова в 16-м году. Павел Кузнецов работал с архивами Мельникова, и в этой записке архитектор прописал, что именно нужно сделать со зданием, как его восстановить, придать ему первоначальный вид. В частности, первый пункт – это открыть заколоченные кирпичом окна. Также
Здесь фигурировал такой пункт, как возвращение живых стен. Мельников использовал эти живые стены во многих своих клубах в дальнейшем. При этом практика показала, что эта идея провалилась. Так клуб выглядит сейчас. Как вы видите, окна раскрыты, и свет снова поступает в здание. И так мы можем увидеть интерьеры изнутри во время детского утреннего спектакля и во время вечернего. Окна очень большой вклад вносят в восприятие интерьера, и визуально его сильно облегчают. Итак, как вы помните, в самом начале я сказала, что профсоюз коммунальников заказывает в это время два клуба. В 1927 году он заказывает один клуб адресно Мельникову, а на другой проект, на проект клуба Зуева, он устраивает соревнования между архитектором Мельниковым и архитектором Голосовым. Проект архитектора Мельникова заключался в соединении, поэтапном соединении пяти цилиндрических объемов, как вы видите на этом чертеже. Проект этот был отклонен за слишком большую оригинальность, но Мельников в своих воспоминаниях напишет, что позже ему удалось эту идею воплотить в своем доме. Спасибо большое за внимание.